Привет, Руслан, магазин «Мне лодку». Сегодня я хочу сравнить мотор Heidi 9.9 Pro, который 20-ка, со своим мотором Heidi 9.9, который 15-ка. Проверим их визуально, насколько они отличаются. Ни тот, ни другой мотор регистрации не подлежит, потому что называется он 9.9. Но насколько визуально они отличаются, сегодня мы это посмотрим. Итак, давайте заглянем в коробку 9.9 Pro. Мотор на шильдике написано Heidi HD 9.9 FHS Pro. 20 LS здесь нигде не написано. Вес указан 41 килограмм здесь. Но, кстати, следующее видео наше будете смотреть, я там взвешу этот мотор. И мощность здесь указана за 9.9 лошадей, то есть 7.3 киловатта. То есть здесь никакого слова нет, что в нем 20 лошадей. По комплектации. Ну, она стандартная. Здесь шланг, здесь инструменты, руководство, запасная веревка стартера, крыльчатка, крыльчатка, смотрим. Да, вот она здесь есть, крыльчатка, масляные шайбы, все, стандартный набор. ЧК безопасности, 24-литровый бак, ну и сам мотор в черном корпусе. Кстати, по винту он здесь черный, а шаг у него... Шаг винта 11,9, 1,4 это диаметр и 11 шаг. Делаем внешний осмотр. Сертифицирован в 40 странах мира. Кнопка глушения у него на корпусе стоит. Подсос. Разъем бензобака, коннектор. Вот такой вот у него румпель интересный. Румпель вверх поднимается вертикально. Серийник. Редуктор, винт, заглянем под капот, счетчик моточасов заводской здесь установлен, это 20-ка, 20 лошадиных сил, насколько я знаю, это копия, аналог Тахацу 18-го. Плюс у него увеличен объем двигателя до 20, поэтому это 20-ка. Двухцилиндровый, двухтактный двигатель. Ну, идет он как 9.9, чтобы не регистрировать. Но как он визуально больше намного или нет с 15-кой, сейчас мы их рядом поставим, дождитесь и сравним. Сейчас... Посмотрим, как здесь все вращается. Подсос. Металл. Переключение передач у него вот здесь сбоку. Круто. Выглядит мощно. Вот я их повесил, рядом поставил. Значит, это у меня 20-ка, это 15-ка. Вот смотрите, как они внутренне отличаются. Но нам главное понять по размерам. По размерам я сейчас возьму рулетку и пройдусь. Померю и этот, и этот. И визуально вам все скажу. И по длине ноги, кстати, тоже сравним. Но это вот визуально. Как будто бы 20-ка чуть побольше по корпусу, по длине. А по ширине
По ширине примерно одинаково. Ну, сейчас возьмем рулетку и все увидите сами. У меня, кстати, еще старая версия, что с белым винтом была и с вот этим кожухом. Ну, сейчас они идут без кожуха и с черным винтом. То есть они, в принципе, идентичны. А вот с этой стороны еще, если посмотреть, здесь так вот выглядит, здесь вот так. Но это не принципиально. Нам главное размеры сейчас сравнить, габаритные. Так, я взял рулетку. Давайте я в длину померю корпус вот по поддону. Прям длину поддона замеряю от начала и до конца. Значит, здесь у нас 48,5 сантиметров, а на двадцатке... Вот я от кромки замерял, здесь тоже сделаю так же от кромки. Там было 48,5, а здесь, ну, 49, то есть почти то же самое. Вот смотрите, чтобы вам самим было видать. Вот я замеряю от вот этой кромки, куда капот ставится, и до вот этой кромки. А, я до края здесь мерил, ну, неважно, до края. 48, вот видите, 48, ну, грубо, вот 48 сантиметров. Здесь замеряем то же самое. Вот так. Вот. Ну, 49 сантиметров. Вот видно. 49. То есть практически то же самое. А высоту сделаем от крышки, от поддона, от верха поддона до самого верха стартера. Вот 19 сантиметров. А здесь, ну, тоже 19. То есть идентично. Так, давайте попробуем по ширине прикинуть. По ширине. Так, ну здесь мне сложно это сделать. Визуально так смотрю. 28. Вот так, если глянуть, 28. Так, здесь визуально. Да тоже 28. Одинаково. Так, по длине. Давайте от пластины интерцептора вот так замеряю. И до кромки поддона 55. Здесь также замеряю 53. 53, 55, 53. Здесь поменьше, здесь побольше на 2 сантиметра. Так, ну важный-то параметр это, наверное, от пластины интерцептора и до трансовой доски. Вот это расстояние. Ну точно, я здесь, конечно, не замерю, но примерно. На этом моторе 44 сантиметра. Так, и здесь тоже открепление на трансы. И до пластины интерцептора тоже 44. Ну, они оба с короткой ногой, длина ноги-то у них одинакова. Ну и давайте визуально их посмотрим. С капотом уже, с колпаком. Вот это пятнашка, вот это двадцатка. По ширине поддона и по длине его они одинаковые, можно сказать. Немножко форма отличается. Здесь в высоту более вытянутый, здесь такой более пузатенький. В остальном большой разницы нет. Давайте сбоку еще глянем. Ну, форма, конечно, дизайн отличается. Ну а по габаритам они идентичны. Впереди у меня вот эта пятнашка, а сзади двадцатка. Давайте с этой стороны еще глянем. Наоборот. Вот это двадцатка. А вот это пятнашка. Сверху. Наверное, видно вам. Смотрите так. Отличие только дизайном. Когда я двадцатку вешал на стойку, мне не показалось, что она сильно тяжелее. Хотя заявлено 41. Свой я взвешивал, он был 38 килограмм. Здесь вот вверху видео приложил, где я его взвешивал. Смотрите. А... этот я на следующем видео взвешу. Так что обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить. Увидите, сколько он весит по факту на весах. Сегодня мы визуально сравнили два популярных, очень популярных мотора. Это 9915 Heidi и 9920 Heidi. Разница у них по мощности приличная. Здесь 246 кубиков, здесь 323, если не ошибаюсь, кубика. Или 326. В общем, это 20-сильный мотор, это 15-сильный мотор. А визуально по корпусу, ну, отличается дизайном, по размерам мы сейчас замерили, идентично все. Практически не отличаются. Ну, естественно, они отличаются управлением. Здесь переключение передач сбоку, здесь
на торце. Румпели немного разные. По редуктору чуть-чуть отличаются. В принципе, по размеру идентичные. И тот, и этот регистрации не подлежит. Вес этого мотора заявлено 41. Вот этот пятнашка, я сам взвешивал, 38 весит. Следующее видео обязательно посмотрите, где я буду взвешивать вот эту двадцатку по факту на весах. И посмотрите практически, сколько он весит. С вами был Руслан. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить полезные для себя видеообзоры. До новых встреч. Пока.